запрет. Верующий должен чаще поминать Всевышнего Аллаха, говорить благие слова и просить прощения у Аллаха, особенно когда он постится в священный месяц Рамадан. Он должен держать свой язык за зубами, не говорить плохие слова, не браниться, не вступать в конфликты, а проявлять терпение. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если человек лжет, поступает лживо и несправедливо, то Всевышний Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял свою еду и питье». Из этого хадиса следует, что если человек лжет, сквернословит, поступает несправедливо и причиняет вред другим людям, то Всевышний Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял ради него свою еду и питье. А также Всевышний Аллах не принимает его пост. И также верующий должен помнить о том, что Всевышний Аллах все видит и слышит. Каждое слово, которое мы произносим своим языком, записывается в книге Деяний. Всевышний Аллах сказал: «Ма яльфиду мин каулин илля ладейхи ракибун атид». Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель.